Служба судебных приставов совместно с администрацией местного самоуправления города провела рейд по взысканию административных штрафов за незаконную торговлю. Палатки с фруктами и овощами расположены на обочинах дороги, для жителей Владикавказа привычное дело. Вот только разрешения на торговлю у хозяев импровизированных рынков нет. Еще зимой прошлого года было заведено около 20 административных дел. Штрафы накапливаются, торговцы не думают оставлять насиженное место. Суммы взыскания достигают 6500, но даже после уплаты ничто не мешает предприимчивым торговцам продавать продукты, покрытые дорожной пылью. Интересы затрагиваются у горожан, то есть на тротуарной части, если стоит какой-то объект, который преграждает путь для спокойного движения пешеходов и для перехода улицы, создается какой-то хаос, то страдают непосредственно горожане, которые планируют отдохнуть в этом месте или просто пройти даже мимо. Данная продукция никаким требованиям, соответственно, не отвечает. Продажа идет с улицы, прямо с проезжей, прямо с уличной части, там, с тротуарной части. То есть о качестве продуктов это как бы тоже можно судить только в отрицательном направлении. Нередки такие случаи, что не прекращаются нарушения, то есть продолжаются как бы факты и торговли, и других нарушений продолжают место быть.